Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Соответствующее заявление опубликовано на сайте армянского лидера. Армен Саркисян заявил, что его отставка с поста президента Армении связана с тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику. Вот отрывок из данного заявления. «Принимая это важное решение, я исходил из сделанного мне предложения, согласно которому новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую и инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы в международную арену, новую научно-образовательную и создать высокотехнологичную среду. Я очень долго думал, и после почти 4 лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики», — сказал Саркисян.